До 1 июля полигон вывоза снега на пересечении Цапконь-Кютюка обещали очистить от мусора. К уборке территории были готовы люди, техника. Вывоз снега является сезонным вопросом, при этом, учитывая изменения нашего климата, еще и непредсказуемым. В июне мешала большая лужа и до конца не растаявший снег. Съемочная группа побывала на месте вывоза снега именно 1 июля. На полигоне вывоза снега образовалась несанкционированная свалка. Месяц лета прошел, а порядок никто не спешит наводить. Проблему обещали решить до 1 июля. И вот неожиданно наступило 1 июля, а ВОЗ и ныне там. На сегодня ситуация такова. Полигон зарос травой, и на первый взгляд может показаться, территорию привели в порядок. Но стоит пройти по местам складирования снега, все становится понятно. Мусор по-прежнему на местах. В администрации города нас заверили, данный вопрос находится под контролем. На территории обязательно наведут порядок. Точных дат озвучено не было. Согласно утвержденной схеме, зимой снег будут вывозить на поворот на городскую свалку.